Relax, relax, relax. Все готово к началу первого тайма. Поехали! Друзья, вы поворот вступить собираетесь или нет? Ударище просто! Да, что-то немыслимое сейчас. Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом и не дал развиться атаке. Опасно! Отличный сейв вратаря! Мяч летит в сторону ворот! Потащил один удар, но может быть и второй. Можно выходить вперед, бей! Угловой будет подавать команда, пока... Бей! 100% возможность! Такой важный гол, благодаря ему они сумели выйти вперед. Так бывает в футболе, хотя, конечно, не каждый день игрок обороны пришел. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющих передач. Нужно бить поворотом. Это момент. Гол! Просто изумительная получилась комбинация. И выход один на один прекрасен. Успел оценить позицию вратаря. Перерыв закончен. Команды на поле. Арбитр дал сигнал начинать. И у нас второй тайм. Поехали. Тут может что-то получиться. Удар. Чуть поточнее бы удар, и может... Пока неплохо. Ударище просто. Относительно легкий мяч для вратаря. Бывает так, что защитник исполняет... Грамотный пас, все по делу. И навес. Мертенс. Проверь. Удар со второго этажа. И не точно. Великолепно. Забивать нужно! И голкипер вступает в игру, можно выдыхать. А если бы вратарь сейчас не попал по мячу, что бы было? И все.